Здравствуйте, пишу обзор на гитару FGN Custom Shop. На сайте почитайте, что это такое. Вот, отмечу, значит, ясеневый корпус, значит, кленовый топ, гриф махагони, накладка палисандр. Значит, слушай. Так, по электронике здесь трехпозиционник плюс маленький toggle switch, который отвечает за полный хамбакерный саунд, среднее положение отсечки и далее противофазы. Слушаем, услышите, как это работает. Среднее положение toggle switch. Одна катушка. Две вот эти катушки. Thank you.
того 9 положений переключения, можно варьировать, любой саунд сделать. Ну, соответственно, можно ручкой громкости добавить определенных частот, чтобы, как говорится... Thank you.
Конечно, вот. Очень хорошо ведет себя на драйве, очень плотный саунд за счет воздуха. Я так думаю, что и тяжелый стиль он потянет. Но, честно говоря, мне больше по душе, как звучит он на чистом звуке, особенно на неке. Ну, в общем, тут на самом деле кому что, любой как бы саунд, любое переключение очень достойное и качественное. А инструмент довольно легкий, как вы видите, по форме небольшой. Вот. Можете присмотреться. Кстати, по цене очень адекватно получается. До свидания.